днем рождения, там, счастья, любви, здоровья, всей хуйни, что желают, не болей, и чтоб все было у тебя заебок. Да не, нормально, сейчас затащим цены. Я на лесной луне не проигрываю. Я просто ухожу в лес и выфармливаю все, что можно. Максимум просто. Смотрите, присаживаем, хаваем. Ребят, баунти соберите. Писькин кот, спасибо за подписку. Вон, я тебя в чате спалил, что ты уже без саба. Спасибо, братиш. За ресапчик, хотя у тебя сбился стрик, ну да ладно. Вот, сразу говорю, ребят, те, кто собираются сабаться, если вдруг появилось у кого-то желание именно сегодня подписаться на мой канал, вот, то оповещение я выключил. То есть вы подпишетесь, но слышать об этом никто не будет и знать. Поэтому, к сожалению, так. Сегодня что-то на меня ворвались эти обузные сабы, надо будет после катки я после этой игры включу оповещение, пацаны, вот, я придумал, я заморочусь там, я знаю теперь, что делать надо, вот, я обновлю, все обнулю и врублю оповещение. Надо, нет, не надо, значит надо. Дай мне, пожалуйста, нормальных крипов каких-нибудь, ну не кентавров, кентавры это худшие крипы. Потанчу. Блять, Нова, нас сейчас выебут. Вот этот кентавр с большой булавой. Ебать, опять я это видел, где-то эту хуйню. Какого хрена они выходят постоянно? Вы видите эту хуйню? Объясните мне, я просто не в теме. Почему? Почему они это делают? Почему они делают это второй день подряд со мной? Я их не трогал, блять. Я просто фармил лес. Вылетает пачка эншентов и начинает за мной летать. Это что за пиздец вообще? Мам, ну не... Сейчас бы еще убили меня. Дабл килл, нас ебут, мы крепчаем. Все, маска имеется. Вот, блядь, давайте смотреть. Вот я не трогаю драконов. Я просто подхожу к кентавру, да? И просто вывожу его немного, чтобы здесь его пофармить. То есть я драконов вообще рот их ебал, так сказать. Они мне вообще не интересны. Я просто фармлю кентавра. Нахуя вылетать и помогать кентавру? Вы что, дебилы? Все? Не, вы понимаете, да? Гнида. Шум нахуй отсюда. Второй скилл, я понимаю второй скилл, так глейвы-то на них не летят. Глейвы-то на них не летят. То есть я понимаю, если бы на них глейв, ну второй скилл бы отлетел и сагрил, тогда бы я вообще бы, ну ничего бы даже не говорил. Но я их даже не вижу. Эти уёбки вылетают и начинают меня дамажить. Сколько, блин, сил было потрачено уже на борьбу с ними. Давайте быстрее, крипы, бегайте. Мне нужно быстрее мом выфармить. Мом выфармливаю и разгоняюсь по фарму сразу. Какого левела Фурион? 5-го. Нормально, там с каплями. Он там серьезно нас... Не, Фурион-то очень сильный герой, на самом деле, в харде. С Блайдстоном, с ним, по крайней мере, на луне. И с милишным суппортом земелья. И стоять очень тяжело. Практически невозможно. То есть я понял, что я выфармлю больше с леса и ушел в лес. Так, блять, сидеть здесь. Подожди, что, невидимость? Мне, короче, не нужен ни первый скилл, ни ульт. Мне надо просто фармить. Мне просто нужно фармить. Нормально, глывы летают, мутки мутятся, лавеха крутится. Мне сейчас главное, чтобы я стакнул, и появились не совиные медведи с армором. Мне нужны либо тролли, либо сатиры. Команда фидеров. Спасибо, Дота. В принципе. Не удивило. Блять, все в мою пользу идет, понимаете? Какой момент, блять? Какой момент? Не возьми, везде, сука, везет. Бедолага, это луна мне говорит. Жалеет меня. Не надо меня жалеть, ебать. Там пуч соломит или что это?
Не говорите мне, что у нас, там пуч соло мид, и мы, у нас мидер проебал мид. Да нет, ебать, несерьезно уже, пацаны. Я все понимаю. Да идите нахуй! Все, момчик есть. Миф можно забрать. Супер. Хаста, хаста нам. Блин, самое печальное то, что я не могу с такими хп даже на линию выйти куда-то. Потому что прилетит ульт Фуриона или сам Фурион, и просто я закончусь. Что у антимага? Антимаг левел 7, у него сапог, две маски и ПТХ почти. То есть я не сильно отстаю. То есть я плюс-минус поровну с антимагом иду, это нормально. Учитывая, что я со второго левела в лесу. Я думаю, все видели, да, что я со второго левела в лес пошел. Ну, у меня вариантов не было. Если бы я стоял на топе, то у меня было бы не 1-1, у меня бы было уже 1-3 или 1-4. И по фарму у меня было бы еще меньше, чем сейчас. То есть иногда просто у тебя нет вариантов, кроме как уйти в лес. Книга, да, говорите? Сейчас возьмем. Иногда просто нет вариантов. То есть как бы лес это хуево, когда ты керри, уходишь в лес со второго левела. Но иногда это самый лучший варик. Потому что если ты останешься на линии, то ты просто будешь фидить. А потом ты уйдешь все равно в лес по итогу. Так, там про биомусор уже заехали байки. Без промедлений. Под светом звезд. Трепещите. Вперед. Все, теперь вам пизда. Что-то они больно бьют, кстати. Ну да, это ж, наверное, эншенты, поэтому... Предполагаю. Блять, ну и все, один на один с големом уже вообще не идет. Вот были крипы, как-то еще хлывы летали, там весело было, прикольно. А тут вообще, ну стопы, блять. Ничего, нормально сейчас будет. I am AFK GG. О, там шейкер сгорел. Блять, тут, знаете, рейтинг горелых? У кого союзник Савиный сгорит быстрее? Савиный медведь ему не любы. Скажи спасибо. Что не урсы, которые бы тебе и баллы разбили. Не, урсы лучше, их две. Урсы это лучше, их две, и между ними глывы будут летать. Их проще фармить. Джеймзап, я так понял, раз сельд просишь, это ты. Сельди еще не было, чуть позже. Был Сларк, мы даже победили. Ну там, короче, шейкер уже фидит, сейчас пойдет. Он говорит АФК. Я уже почти раскачался, пацаны. Я уже почти раскачался, скоро пойду ебать их. Подождите секундочку, это кто тут? Да-да-да, я вижу, вижу, это не мой вариант. Там шейкер же ныл, да? АМФК, ГГ, ну нет. Нет, он играет. Это очень странно. Не, ну нормально, 13-я минута, у меня ПТ мом. Конечно, могло быть и лучше, если бы я стоял где-нибудь на линии на фрифарме, но... Мы имеем, что имеем, правильно? Как говорится. Я тебя арестую, сука. Да иди нахуй! Блять, главы, вы можете убить их? Отлично. Сейчас 14 минута, давай мне драконов. Я теперь ненавижу драконов. Буду жучок ползать. Короче, давайте этих големов убивать. Снизу антимагу, антимага левел 9. У меня левел... Ну, я книгу читал. Ладно, ладно, ладно. Согласен. Вот, но все равно. То есть по фарму... Блин, а можно пойти на линию пофармить так-то? Смысл мне фармить лес, если тут линия? Ну, нормально. Теперь можно ульту вкачать, чтобы если что ультануть, чтобы все
птицы обосрались рядом, и враги тоже. Они же будут думать, что я первый максил. Я нажму ульт, они такие все такие, мы сейчас умрем, бежим. О, смотрите, он ультимах хитрый. Сейчас смотри. Очкует, вы видите? Так, подожди, тут еще кто-то есть. Очкует, очкует. Ну, сыт потихонечку, сыт. Такое бывает. Я жрю, это нормальная тема, чисто отпугивать. Блять, там баунти появились, но мне что-то впадло сейчас за ними идти. Все, дальше ульту мы не качаем, то есть ульта в 2 нам уже не нужна. Мы будем бимы замакшивать, потому что, чтобы польза была хоть от первой ульты. Потому что сейчас у меня фул ульта, 5 зарядов, это по сути как один бим 4 левела. Чуть больше. Поэтому ульта сейчас вообще бессмысленно. Что там это? Shadow Blade будет. Хорошо. Блин, ладно, возвращаюсь в лес снова. Не хочу идти дальше вниз. Смотрите, там самородки мои что делают. Ебашат, ебашат. Антимага левел 10, у него 3-0. У нас левел 12 и у нас 1-1. Персеверенс, то есть там еще... Ну, это сразу видно, что дебил на антимаге. Купил персеверенс до Demon Age. То есть очевидно, что он дурак. И это хорошо. Когда вражеский керри дурак, это хорошо для нас. Так, все, первый максимум. Ну, сейчас у меня, по идее, быстро левел пойдет. То есть я думаю, я возьму в троечку бим, а потом возьму на 14 левеле ульт в 2, чтобы на 15 взять талант. О, стаки подошли. Но тут, блин, эти крысиные крипы. Ненавижу их. Блять. Самые конченые крипы, которых можно было... Даже, я помню, в первой доте были ящерицы. Точнее, не ящерицы, а такие зеленые крипы, типа, как они назывались? В, на В как-то. Ви... Ви-ви-ви, блять. Короче, какие-то зеленые крипы были в первой или во второй доте они были, их убрали, я не помню. Но в первой были, что у них были мясы 15% у каждого. И ты подходил их фармить, и жопа горела. Но я вам так скажу, что с этих крипов жопа горит еще сильнее, чем с тех в первой доте. Как они назывались там? Виндиго, да, Виндиго, блять. Точно. У меня с них постоянно жопа горела, потому что мясы были. Бля, острее это пиздец. Пойди, ты, блядь! Откуда ты взялся? Ебать, я обосрался. Хотя он тоже, походу... Самородками. Подожди секунду, братан, я отвечу. Пойди секунду, я чуть обосрался немного. Я встретил шейкера. Я встретил шейкера, а он чуть мне бревном в ебло не прописал. Пизда тебе, дружок. Сюда, блять. А где Вижн? Ты самородок? Почему Вижна нету? Почему Вижн исчез? Сука, надо было ж бим прописать еще один. Все равно я тебя убью, лашпед. Ладно, можно бим замаксить, потому что ульта у нас в кулдауне все равно теперь. Зачем нам брать? Подожди, это наша пила или вражеская? Наша. Наша пила, замечательно, замечательно. О, так я спушил топ. Я топ спушил, пацаны. Надо, чтобы команда в меня верила. Чтобы она понимала, что я что-то делаю. Я же говорил, я топ спушил. Зачем ты дальше пошел? Дрищ. Я же говорю, спушил топ, а ты идешь дальше фидишь, ну... Луна, гоу, что-то знакомо. Еще гоу, куда гоу? А что там, стаки, да? Я приду сейчас, сейчас иду. Какие нахуй стаки там, нападение на меня. А, нападение на тебя, ну сори, сори. Это я только по стакам в этой игре. Сейчас у меня манта, парни, мы сейчас уже заканчивать пойдем. Я играл такую игру, короче, я уже раскачался, я вам так скажу. Им уже пиздец, мы уже выиграли, расслабьтесь, можете пойти перекурить там кому, кто курит. Я сам все сделаю. Видите, главное боевой дух поднимать, чтобы команда, блядь, понимала, что она играет с лидером, с капитаном, который поведет к победе.
На, ло. Давай, 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 давай. Второй, третий, первый. Пилу, хуёк, блядь. Хорош. Хорош. Дальше пушим, тут никого нету. Дальше пушим. Тут никого нету, все хорошо. Тут только шейкер с даггером и с ультом. Давай, давай, танкуй, ты тимбер. Блять, надо подальше от него, он, сука, шальной. Не ходи за мной, отойди от меня. Чтобы в него шейкер влетел, и все. А, не, шейкер снизу. Шейкер снизу с даггером, нормально. Мы с тимбером мид спушили, хорош. Хорош, пацаны. Так, подожди, а что это тут такое? Драконы, да? Так, у меня манта уже есть. Супер. Манта, бабочка, вот такая сборка. А потом БКБ. Никаких БКБ до бабочки. Го-го-го-го-го. Это вражеский же шрайн, правильно? Сюда союзник не может же портоваться. А он хитрый какой. Он будет держать до последнего, чмошник. Так не играется в доту. У нас за такое в клубе ебало били. Пойду манту куплю. Давайте, бейте его с руки, блядь. Ну, блядь. Ну, сука. Ну, днища в команде, вообще ноль поддержки. Надо было антимага с руки бить, убили бы. Он что, башер у кого-то? Нет, нет. 15 левел пуч, ебать. Что это за хуйня? Почему все фидят? Хватит фидить. Сколько за меня заплатили? 471. Ну ладно. Ладно. Такое, конечно, командочка у меня. Не самая сильная. Ну, антимага я обгоняю. То есть мне осталось бабочку по бырику. И БКБ-ху. Я да ты да мы с тобой. Сейчас все будет, пацаны. Что вы не переживаете? Это изи победа уже давным-давно. То, что они вот это брыкаются, это такое. Посмотрите на антимага, у него ничего нету. У меня намного больше всего. Я сейчас еще мантой буду сплетнуть. Скажи мне то, что ты спрей. Кто? Ума. Кто? Спрей. 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 Тут вард стоит у нас в лесу. Вот тут у нас в лесу обсервер стоит. Инвиз. Пизду, я больше с тускаром не играю. Сейчас кура может умереть. Тут вард стоит. Фура видит куру, скорее всего. Она никогда не умрет. Никогда. Я умру, она будет жить. Так, блин, пуш там. Фу, это же изи-башня. На Фуриона можем земелья, в принципе, да, и просвет. А, там антимаг, вот это опасненько. Иди сюда, иди, 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 браток. Хорошо. Так, там пизделка пошла. Антимаг 15. Иди, иди. Идем, нет? Бля. Короче, пацаны, сейчас вам такую фишку покажу охуенную. Все, фишка называется «Съебаем». Когда видите шейкера, всегда убегайте, если у вас нет БКБ. Это фишка была. В этом она и заключалась. Так-то. Так, там на топе пизделка, нас-то не интересует. Нас интересуют пока только крипы. Так, а что тут? Ага, ага. Все, в атаку, пацаны, в атаку. Сейчас охуеете, сейчас будете просто в ахуе. Смотрите, внимание. Пойду на антимага, с магией разъебу лоха. Ну ладно, все так и задумывалось. Подфармили пока. Там пизделка идет. И нормально себя чувствуем. Я знаю, где он, у меня мапхак. Он не тут. У меня мапхак, смотри. Смотри, где он, вот он. Он прогрыз вот сюда. Смотри сюда внимательно. Блядь, тупик, ебать. Все, уходим. Он уже в меду сплетит. Все нормально, не звук тоже сплитит. Шейкер там, все нормально. У меня еще просто команда нубов. Все нормально, короче. Шейкер в аганим идет.
Го ганг, ганг, ганг. Го ганг сделаем. Все нормально. Главное их послать, что-то, что-то делать. Я с вами, я с вами. Го-го-го-го. Главное, чтобы им как бы они понимали, что настало время что-то делать. Видите, блядь. Хорош, хорош. Только не надо было стилить у меня. Я ж как бы, ну, все вложил, чтобы фраг сделать. Я ж керри все-таки. Ну, конечно, блядь. Еще и стилят, суки. Антимах тут, смотри, заберу у него баунти. У него даже манты еще нет. Так, шо, 8 атрибутов. Супер. Так, все, отлично. Разбираем. Включаем и... Отличненько, все. Теперь делаем БКБ-ху и заканчиваем игру. Причем, самое интересное, игра закончится за один заход. Мы просто соберемся и пойдем сломаем им трон. Что ты, сынок? Посмотри, как должны выглядеть артефакты у настоящего Керри. Вот съебал отсюда. Обиделся, походу. Так, друзей, наверное, зовет. Я знаю таких антимагов. Погнали, дефаем. А, ТП нету. Все, пешком идем. Пойдем пешком. Хуй с ним. Все, два телепорта. Все, ТП-хи есть. О, привет, тут занято, брат. Понял? В следующий раз, чтобы стучался. Вот, я это, там в чате кто-то говорит, да ты же всю игру фармишь. Антимаг он не, он... Антимаг это герой, который гангает всю игру. Он чисто это суть героя погангать. Так, вот это мне не нравится уже. Доджить буду. Я профессионал. Поверьте мне, я профи. Я профи, пацаны. Ну, конечно, блядь. 5 ультов, нахуй. Пацаны, развел на 3 ультимейт. На 4 ульты, пацаны. В Rise of Natur, этот, Echo Slam, Dismember и Mana Void. Пацаны. На Slam, на Slam не развел ты? На 4 ульта, давайте пушьте. Ебать, я красавчик просто. Тупо вчетвером на одного, вы понимаете? Слам. Коршуны. Салам маслам. А где импакт от команды? Пуч должен вообще отрезаться от Тимбера. Да, конечно, команда у меня не самая лучшая. Что это? Да, конечно, да. Командочка у меня бывала и посильнее, скажу честно. Еще раз дохну. Сейчас я буду вас пиздить, ребят. Даст ты жмешь? Угу, не жмешь. Ну ничего, нормально, нормально, пацаны. Не, можно даже с маской пока пофармить. Командочка у меня бывала и посильнее. Точно бывало. Я точно помню. Была такая команда, прям ух. Не то, что эти, оно, что там, там 0.10 у кого-то, наверное, 1.4, 9.8. Не, нормально, нормально, еще. Еще не все потеряно, так сказать. Просто мне не надо так далеко заходить, потому что они вчетвером приходят и ебут меня. Гоу драться с ними. Сейчас бы ульту от КДшить мне внезапно, да? Я думал заденается, вот честно скажу. Мои мысли были только о том, что сейчас будет восклицательный знак. Так, антимага вообще не боимся, он там мертвец. Поэтому погнали. Вперед.
Ребят, помогите мне Рошана убить, плиз. Кто-нибудь есть в плюс ко мне? Давай, я танкую, гоу. У меня Егу, и можно закончить будет. У меня бабочка, братан. Перестань меня башить. Просто бей и иногда мисуй. Но не баш. Они знают, что мы тут. А, так его убьем вообще. Можем, можем, можем. Ебать, почему меня так не любят, блядь? Еще и ульта не ударила от Фуриона. А, нормально расписали. Блядь, меня тупо хитят. Хуки, вся хуйня. Все летает. Давай, давай, давай. Хорош, боже, как красиво, ребята. С данным. Ну нормально, мы их на байбеке развели, пацаны. Там было два байбека, все хорошо. А егис пусть забирают. Ты умани, все нормально. Пусть забирают, все нормально будет. Какой же фейловый эхо слэм был. Да, 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 да. Да меня пуч хейтит, он меня вытащил, сука. Тупо хейтит. Просто Туск сотворил дичь. Он всех собрал шар, и я дал это слэм не по кому. Хорош. Пустоту, блядь. Да, я могу, могу, да. Лёня, он МКБ купил, читер. Блин, там еще сильверы какие-то. Ебать, они мутят. Ничего, ничего, все нормально. Они сейчас с Аегисом подумают, что они сильны. Это будет ошибка. Потому что они нифига не сильны. Только и могут у меня 5 ультов давать. Шейкера, даггера, гоним его. Тускар мидя. Блин, мне еще не повезло, мне бы Фуриона в тот раз убить. Но мне не повезло, у меня бим один не доехал у него. Мне срочно надо 500 золота, с вашего позволения. Вон я. Но это ошибка, у него Егис, это байт, парни. Я без БКБ, сейчас всем пизды дадут. Похуй, его проебем. Ебу, зачем они дерутся. Опять меня в проем. А зачем вы деретесь? Перестань меня хуярить, дебил. Пытайте поиграть. Ну все тогда. А зачем вы идете драться, пацаны? Вы так не хотите ПТСов, что ли? Там антимаг с Аегисом. Вы идете, нападаете на антимага. Ну бывает. Надо перца закусить. Да у нас тимбер фармит. Да пусть фармит. Даже... Я вот тут на самом деле по этой драке было понятно, что мы нам пизда. Я поэтому и пошел драться. Потому что они их убивают, а я один ничего не сделаю. Просто смысл было нападать на антимага с Аегисом. Это вообще глупо. Ну да, проебали, ну что. Куда, куда ты, куда ты? Не, просто не надо было сейчас драться. Вы пошли на антимага с Аегисом, пацаны. Ну чё, ребят, все нормально. Зато хорошо пошпили. Я 340 крипов разъебал, кстати, за 34 минуты. Это, кстати, не шутки. Самое интересное, что Соломит Пуч выиграл. Вот это интересно. Хотя у нас был Соломит Рубик, походу, которого я в игре вообще не видел. А у нас в миде Рубик стоял или кто? Скажите, дайте инфу, плиз. Да, Рубик, да, да? Да? Так у нас мидера не было. Рубик. И я всю игру фармил. Ты что-то хочешь сказать типа по поводу Пуджа сейчас? Что? Не-не-не-не, я просто не знал, кто у нас на миде стоит. Ой, ебать, сейчас разъебу. На миде он ничего исчез. Не делал. Да я понял, что он ничего не делал. Даже когда тут. Поэтому у него 20-20 фражин у него, 27.
Ебать, ебу, да это понятно. Меня убил меду. Все нормально, я забайтил. Всем доброй ночи. Хорошего вечерка, уважаемые. Спасибо, Колян, за $2. Спокойной ночи. Спасибо за донаты. Репорт вам двоим. Вот, сука, заруинили вам катку, пацанам. Ебать, там пуч сколько хп? 6000. 6000 без Тараски, без ничего. Просто 6000, ебать. А как такое выиграть-то? Блин, очень странный мидер. Прям очень странный. Лол, я откуда-то 21 тысячу урона дал. 21 тысяча, я не знаю, откуда она, но я нормально еще надамажил, кстати. Тут суть в том, что чувак с ником Карма идет на рубики на мид и ничего не делает вообще. То есть самый, ну, 8500 нетворс, пуч 16. Я уверен, еще пуч без таланта на золото играл. Че я говорил? То есть представьте себе, если пуч на 20 левеле взял бы талант на 150 золота в минуту. То есть тут бы пуч был 25 тысяч нетворса. Ну там не 25, 22. То есть вот он, Соломит Рубик. И меня разъебали на топе, мне пришлось лес фармить. То есть эта игра просто, ее нереально было выиграть. Такое бывает, к сожалению. Усатый долбоёб, как сам обычно, вырубался всю игру и соснул. Та соси, выигрывает хейтер. Только если Тим тащит начало игры, он когда он фармит леса спокойно минут 20. Как только достойные соперники, которые могут давить и давать отпор, сразу сливает игру. Хотя пиздит много.